Итак, у нас открылись магазины. Ура, ура! Я рванула сразу в Winners. Home sweet home, что как говорится. И сразу, конечно, к лакшери полкам. Это сумка Fendi, между прочим, желтого цвета, такого цыплячьего. Она на сейле сейчас. Стоит она $450. Сколько она стоила, по-моему, долларов 850 или что-то такое. Я, кстати, ее уже разглядывала в одном из моих шопинг-влогов по Винерсу. А так она и осталась. Никто ее не купил. Ну, действительно, цвет такой сложный за такие деньги, как бы. Вот эта сумка тоже мне показалась, что она какая-то дорогая, но нет, она просто обычная. А вот это, девочки, вы не поверите. Да-да-да. Это Balenciaga. Ничего себе, вот так вот лежит себе спокойно. Тоже, кстати, на сейле. А сейчас я посмотрю, сколько она стоит. Стоила она 2000, а сейчас она стоит $1200. Ну, хорошая скидка. Тоже своеобразная, я бы сказала, сумка, но мне она очень понравилась, если честно. Такой гранж, знаете, и Balenciaga к тому же. А, идем смотрим сумки дальше. Обычно, вот это, кстати, сумка из Zara, черная. Вот эта вот, она стоила $13, сейчас, по-моему, 10, ну, в общем, неважно. Ну, и много разных всяких сумок, разноцветных, плетеные с ракушками. По-моему, это уже не очень в тренде, но, если честно, мне нравится. Неважно, тренд, не тренд. Я просто люблю такие вещи необычные. А вот эта малютка совсем такая крошечная, хорошенькая, хорошенькая, посмотрите. Она стоит $17 всего лишь на золотой цепочке. Цвет отвал вообще, то есть бесподобная. Я, значит, вот в резиновых перчатках страшно неудобно, пытаюсь ее открыть. Открыла, ну, это просто такое она, одно отделение. Она из пластика какого-то или резины, в общем. На сейле также сумки были Kate Spade, два размера. Вот это поменьше, а там была побольше, черная с таким белым орнаментом. Пояс Маж я нашла, он был 29, сейчас 24. Ну, мне не понравился какой-то такой обычный, ничего особенного в нем нет. Очень много украшений. С камнями Сваровски, разноцветными, вот это кольцо было Сваровски. Серьги такие, тоже с камнями разными. Красивые украшения. Вот. Ну и, в общем, одежда. Кофточки, блузочки разнообразные, всякие разные. У меня в руках вешалки с вещами, которые я отобрала. Очень неудобно было мне все смотреть. Кстати, примерочные открыты. Можно было пойти померить, но я решила этого не делать. Я решила все померить дома. Сейчас объясню, почему. Вот мне уже продавцы дали вот такую тележку, потому что я, значит, с полными руками одежды рассматриваю что-то другое. Другой рукой у меня телефон. Это все очень неудобно. А с тележкой прямо совсем другое дело. И, в общем... Сумку я поставила в нее, и свои вещи я положила в нее. Вот это, кстати, льняная блуза, по-моему, чистый лен. Мне понравилась. Она такого красивого, нежного сиреневого цвета. Это кофта из Massimo Dutti по $4 сейчас на сейле. Были 15, по-моему, или 20. Но мне не понравилась она какого-то фасона странного. Это тоже Massimo Dutti. Пиджак какой-то красный. Так вот, почему я не стала мерить вещи. Я решила все померить дома, потому что, ну, знаете, я их принесла домой, и они у меня лежат на карантине. Ой, я прервусь. Вот эта Pucci блуза тоже была на сейле. Цену я показывала. Такая интересная, голубая, с таким внизу ремнем, с пряжкой Pucci. Это платье Love Moschino. Оно стоило 99 долларов против 180 full price. Такое трикотажное в полоску, летнее, интересное. А что у нас тут еще было? Ну, всякие какие-то платья такие из плащевки защитного цвета, коричневого цвета. Платье в горох
Я не могла пройти мимо, конечно. Схватилась за него. Ну, как-то оно странное, что мне не понравилось. А вот это желтое платье было очень красивое. Но оно, по-моему, было дороговато. Я не помню, долларов 80. И оно, знаете, такое американское пройма. Я не очень люблю такие платья, потому что неудобно носить белье, лифчик. Надо как что-то придумать со шлейками. В общем, много мороки. Очень много таких цветных, красивых, красивых летних, разноцветных платьев. Пиджак. Мне понравился он. Красивые расцветки, серый с желтым таким, в клеточку. Золотые пуговицы. В общем, стоил он $30, по-моему. Да, так, кажется, 30 или 35. Вот это Calvin Klein пиджак. Очень красивый, голубого цвета. Такой классического кроя. Кожзаменитель, белая плиссированная юбка, тоже на сейле. И такая же была одна розовая. Вот какие-то белые, как это трикотажная юбка. Мне не понравилась она совсем. Ну вот, какие-то юбки. Все на сейле, видите, все с такими красными стикерами приклеенными. Это значит, что вещи на клиренсе. Весь магазин был на клиренсе, потому что они стояли долго, очень закрытые. И ничего не продавали, поэтому они сейчас все выставили, почти весь магазин на клиренсе. А вот этот пиджак из Zara, кстати, он стоил тоже $15 вместо 19, белый в черный горошек, очень милый, симпатичный, но какой-то, не знаю, большой. Великоват он был размером, хотя был medium, но я не стала мерить. Так вот, по примерке, я принесла вещи, которые я купила, я принесла домой и положила их на карантин на несколько дней. Я не хотела мерить в магазине, потому что я не знаю, кто их мерил до меня, а там чихал на них, плевал, в общем. Вот. И я решила, ну, что как бы случится, если я принесу их домой и подожду несколько дней, потом померю. Их всегда можно будет сдать, потом вернуть. Вот. Вот это тоже сарафан из Massimo Dutti, кстати, симпатичный, стоил тоже, по-моему, $4, но или сколько там, я не вижу сейчас, когда я озвучиваю, мне плохо видно. Четвертый был размер, и я не стала его брать. Я подумала, что, наверное, он будет мне мало. Мерить я не хотела, как я уже сказала, в магазине. Потрясающие расцветки платья. Ну, прям... Я не могла пройти мимо, конечно. Сорока во мне воскликнула. «Давай, давай, хватай, бери». Ну и, в общем, вот еще платье. Такое тоже зеленое, темно-зеленое из Zara. Очень красивый цвет, на камере не видно. А я тоже его взяла. Вообще, как бы я создаю интригу. Я пока не рассказываю, что я купила, и померю эти все вещи. Покажу вам, наверное, в следующем видео, потому что будет очень длинное видео. Я еще купила несколько ювелирных украшений. Мы сейчас пойдем к ювелирному прилавку. Покажу вам быстро, что там есть вкратце. Ну вот, как вы видите, интрига не очень получается, потому что я снимаю свою тележку, но тем не менее немножечко интрига, потому что вещи лежат такие, непонятно, что я там набрала. Ну вот разные платья, льняные, ярко-синее платье, очень синтетическое, по-моему, это был Calvin Klein, тоже на сейле, оно стоило долларов 30, а оригинал прайс был 60. Ну, очень синтетическое, ярко-синий цвет, не стала я его брать, и такой устаревший фасон. Ну, вообще очень много устаревших фасонов, вот какие-то вот такие вот платьица, знаете, офисно-деловые. Вот это было льняное платье, бомбер, по-моему, из Бершки, красного яркого цвета, тоже был на сейле. Понравился он мне, но, по-моему, он маленький, такой коротенький совсем, совсем на девочек молоденьких. Красивого цвета, очень льняное зеленое платье, но оно было очень большое. Ну, и вот это вот из Зары. Помпончики, бубенчики, в общем, как всегда, Зара в своем репертуаре. Перья, кстати, вот это шелковая блуза, такая тоже гранжевой расцветки, с тай-дай и с перьями, интересная. Свитер очень красивого цвета, такой, знаете, вязкий, свободный, симпатичный, кстати, мне он понравился, но он казался какой-то рваный там внизу. Я чуть было его не купила, потом увидела, что он очень дэмэдж. А вот эта вот белая кофта льняная, такая, ну, как накидка такая, знаете, на пляж.
Свитерок симпатичной расцветки. Тоже я его рассматривала, крутила, вертела. Тоже на сейле, но не знаю, как-то к свитерам у меня уже... Я накупила свитеров в Юникло шерстяных, и вот эти синтетические уже мне как-то расхотелось покупать. Ну вот я смотрела дальше, там пиджаки, блузы, вот ювелирные украшения. Тоже все абсолютно на сейле, и вот смотрите, браслетик, по-моему, $6 или сколько-то. А многие из них серебряные, многие из них с позолотой, с кристаллами Сваровски зачастую. Довольно дешевые, они в принципе недорогие, а сейчас на сейле они вообще, ну просто были совсем дешевые. Я, конечно, присматривалась к ним. Это бижутерия, крупные серьги. Тоже были на сейле. Вот эти, смотрите, какие интересные. Ой, такие летние, прикольные, мне понравились они. Эти в виде арбуза, эти в виде таких каких-то листиков из бисера. Ну, в общем, забавные. Ну, другая бижутерия, металлические, вот такие нарядные серьги. Большие такие, шандалир называются у нас они. Люстры. Ну и много других красивых вещей. Вот это очень забавная вещь. Это клюшка, усыпанная кристаллами Сваровски. Только в Канаде, что называется. Maple Leafs — это одна из самых популярных, наверное, даже самая популярная хоккейная команда в Канаде. Ну и вот символ ее с названием, вот такая вот клюшка с какими-то там сертификатами. Она стоила, по-моему, $1500. Сейчас она на сейле, я тоже не видела сколько. Цена закрыта, но она уже давно на сейле. Я уже до еще карантина видела, что она была на сейле. Сейчас, наверное, совсем дешевая, но тем не менее. Никто не покупает, как бы странно даже, кому она нужна. Если только кристаллов наковырять, знаете, на ювелирные украшения, больше ни для чего. Ну, может быть, есть люди, которые увлекаются хоккеем, для них это какая-то ценность, она составляет какую-то ценность. Я, когда уже монтировала видео, я присмотрелась к этой желтой сумке Fendi, обнаружила в ней такие ужасные недостатки, которые совершенно не подходят для люксовой сумки. Я решила вам еще раз это показать. В принципе, при такой цене $1000 она стоила здесь в аутлете, original price, до сейла. Сейчас она стоит 540, но в магазине Fendi она стоила 1500. Посмотрите, вот эти вот черные какие-то нитки на ручке. Вот эта самая черная, вот эта кромка сделана ужасно неаккуратно. Прям как сумка из Зары. При такой цене я считаю, что это совершенно недопустимо. Посмотрите еще раз, вот на ручке какие-то висят черные нитки, или я даже не знаю, это отслоилось, вот этот черный кантик вот этот, то есть, ну вот еще раз, ужасно, просто ужасно. Ну и чтобы не заканчивать видео на такой негативной ноте, я вам решила показать еще немножко украшений, и увидимся в следующем видео, где я буду делать примерки и показывать вам, что я купила. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Всего доброго. Увидимся совсем скоро. Далеко не уходите. Пока-пока. Bye.